Совет от медика использовать влажную туалетную бумагу радикально положительно повлиял на мою жизнь. Да, согласен. Введи санкции на лягушку, тебе кремлеботы стрима руинят. Так, чел, я могу, например, как бы создать черный список и внести туда эту лягушку. Но они же другую какую-нибудь, такую же залупленную хуйню найдут. Зачем? Ну, смотрим. За что уплочено, должно быть проглочено. Основная санкция здесь, что я, блядь, звук нахуй уменьшил и пизжу поверх видоса. Что расскажешь про остров Змеиный и почему владеющий им владеет и миром? Не, ну Александр Гелич, по-моему, поменял свою точку зрения про остров Змеиный, поэтому... Two letters G, three letters K, 100 рублей. Здорово. Ну, чё как, есть у тебя настроение глянуть 15 минут ралли? Давай, похуй. Роман Дагестан, 100 рублей. То на продление было, и это на продление было, и маму твою на... Проебение чурусами, черт усатый, торчонок, блядь. Так, ну, за неуважение я только один из этих донатов внесу. А ведь не было правила о том, что видео, которое ты уже видел, можно ускорить. Друг в беде не бросит. Как тебе фильм «Девичий источник» Бергмана? Хороший. И его ремейк «Последний дом слева» Уэса Крейвена тоже неплохой. Видел, что Нечкасов у себя в телеге написал, что у вас ежедегенеративная и антисанитарная среда. А это потому, что он геноновец. Зачем люди молятся богам? Не, этим я сейчас заниматься не буду. Про Свирнина у меня нету соображений. Те, кто заказал видео, могут попросить замедлить его. Я волен не замедлять. Роман Дагестан, 100 рублей. Слышь, скотина, не пизди тут, комментируй видео. Не смотрели еще ни разу на продление, блядь, ну ты скотина. Не, ну это неуважение к ветеранам. Я этот донат учитывать тоже не буду. Муль, $45. Деньгу тебе плачу. ХЗ, чё это? Вышло в реках. Го в месте, а посмотрим. Пупсюк. Третья очередь. А, блядь. Сейчас. У меня VPN ебаный. Сейчас, секунду. Во, всё, нормально. Больные шизофренией вычисляют психиатров, свой чужой куб. Окей. Интересно. Внесено, благодарю. О, Зальдатин, значит... Скинул в чат гифку, на которой изображен вражеский боец, который впервые попробовал традиционное русское блюдо. Поэтому там наверху прям так и написано. Щи.